храма началась в 1870-х годах, когда сюда из России приехали первые переселенцы в поисках свободных земель. В России тогда были реформы, которые не давали людям возможности как-то вот пользоваться много землей, а семьи росли, были семьи, были многодетные, поэтому люди, исходя из этого, начали искать, услышав о том, что Туркестан стал принадлежать России, стали искать свободные земли, они знали, что есть очень много свободных земель, и шли сюда. И вот здесь образовалось небольшое поселение, село Троицкое, и был построен вначале небольшой молитвенный дом. А уже в 1890-х годах на сходе села порешили построить храм, полноценный храм, в котором могло бы совершаться богослужение. Первый молитвенный дом был построен невдалеке отсюда. Улица сейчас называется Лагерная, там располагались раньше лагеря для военнопленных. И на этой лагерной улице сейчас располагается магазин хозтоваров. Вот раньше в этом магазине, это был первый молитвенный дом, там было и богослужения какие-то проходили, но опять же не всегда был священник, читались каноны, читались акафисты, читались часы изобразительные. И там же была церковно-приходская школа, в которой учитель Белоцерковский, здесь был такой преподаватель, который совмещал служение дичка, он же был и бесплатно преподавал закон Божий и грамоту жителям села Троицкого. И уже в 1896 году храм был заложен, а в 1900 году произошло его освящение. Это вот было начало жизни этого храма. Сам храм, который сейчас существует, это третий проект, который был сделан. Первые два проекта были очень грандиозными и большими. Это самый маленький из тех, которые можно было выбрать. И с того времени здесь началась такая богослужебная жизнь. Храм был освящен 23 ноября 1900 года собором духовенства, простым ирийским чином. И сюда был назначен постоянный настоятель. Храм просуществовал до 1925 года. И в 1925 году храм был закрыт. Об этом сохранились записи в дневнике некоего комсомольца города Черчака, тогда еще села Троицкого, который сделал запись. Точную дату я уже не помню, но там было написано о том, что сегодня идем закрывать церковь и сбрасывать колокола. И уже с 1925 года по 1944 год храм был закрыт. Здесь располагалась казарма для переселенцев из России, для корейцев. В 40-х годах здесь общежитие было для корейцев. Здесь они на раскладушках там, ну, они прям жили вот так вот, целой толпой. Они в алтаре там все попрано было. Настолько там, потому что они совершенно, у них даже идеи не было, что такое святость алтарная там. Все это. То, у них тут общежитие было. Тут, как говорится, и они и дневали, и ночевали, и курили, ну, какое. Но только на малое время закрывался храм. А так он действовал, несмотря что лихолетие взрывали, закрывали, сколько это. Точно такой же храм в центре Луначарского, та же архитектура, ну, копия, двойник был. Его-то взорвали вместе с теми, которые там на площади центральной, который собор военный, это Сергия Радонежского, который на сквере. А этот храм остался чудом. Уже 40 храмов было всего на 4 страны. Только в 1944 году храм был вновь открыт для совершения богослужений. И с того времени храм уже больше не закрывался до настоящего времени. А уже в 1996 году при храме был основан Свято-Георгиевский мужской монастырь. Решение об открытии здесь при храме мужского монастыря было принято митрополитом ташкентским и среднеазиатским Владимиром, в бытность еще его архиепископом ташкентским и среднеазиатским, и уже утверждено Священным Синодом Русской Православной Церкви на заседании 22 февраля 1996 года. Но когда нам сказали, что будет монастырь, мы, конечно, в штыки это все приняли. И батюшке Николаю, отцу Николаю, мы повредили. Мы стали писать, что вот монастырь, почему монастырь? Потому что здесь у нас нет церквей больше, только вот этот приход. Вот. И мы ездили и к владыке, и куда мы только не ездили. И ему очень сильно навредили. Ропот был
очень-очень сильный. Было это, но со стороны тех, которые вообще к церкви никакого отношения не имели. От них ропот и пошел-то именно. Прихожане ничего, абсолютно, даже. И это непонятно даже было, что такое монастырь, что такое приход. Им, главное им лишь помолиться, что все это и в монастыре помолиться можно, и записку подать можно, и можно очень это поисповедоваться, даже еще лучше. Персонально каждый человек по-своему оценивал. Один говорил, зачем это в центре города, проезжай, молчай, все. Другой говорил, раз так решили, значит, так и должно быть. Потому что решали же не следующие люди, не компетентные, не какие-нибудь. Ну вот поэтому так и решили. Так как добрые дела без искушений не бывают, конечно, здесь с открытием монастыря тоже были свои искушения. Часть прихожан была против открытия монастыря. Они боялись того, что в этом храме, единственном храме в городе Черчике, не будут совершаться ни крещения, ни венчания, потому что это он считался приходским храмом. Но со временем потихоньку митрополиту Владимиру и отцу Владимиру Кондратенко, протоиерею, удалось убедить прихожан в том, что ничего в жизни храма не изменится, храм останется приходским, только при храме будет находиться еще и мужской монастырь, будут совершаться ежедневные богослужения, будут также совершаться все необходимые церковные таинства и чинопоследования, которые обычно совершаются во всех приходских храмах. Ярче всего, конечно, выделяется один из первых настоятелей этого храма, отец Всеволод Шамахов. Он был здесь настоятелем в 1920 году, довольно-таки молодым священником, приехал сюда из России вместе со своей супругой. Здесь и был рукоположен священный сан и настолько самоотверженно совершал свое служение. Тогда здесь и был... Было поветрие тифа, и он, не боясь болезни, ездил и причащал на дому больных людей, не боясь сам заразиться. Но, к сожалению, Господь попустил, он заразился этим тифом и от этой болезни скончался. И был похоронен здесь, на территории нашего храма, у алтаря. Это один из самих вот выдающихся примеров самоотверженного служения, пасторского служения настоятеля этого храма. Первым настоятелем был протоиерей Стефан. Ему было 120 лет, когда он умер. Но я с ним пребывала на службах, когда он еще живой был. После протоиерея Стефана у нас Дмитрий. Он вообще помогал. Дмитрий помогал отцу Стефану, он намного помоложе был. Владыка посылал к нам в храм своих оттуда. Иоанна часто видели, протоиерея Иоанна, Михаила. Протоиерей Михаил у нас служил часто в нашем приходе. С этим храмом я знаком с 58 года. В то время в этом храме настоятелем являлся отец Дмитрий Дягилев. Вот. И каждую службу вечером и утром мы приходили в храм, молились. После храма возвращались к себе домой и занимались тем, чем нам было положено. Затем при владыке Варфоломея мне пришлось повторить свой приход в этот храм. Здесь, в то время здесь настоятель назывался игумен Петр Масленников. Но по какой-то причине он отсутствовал. Владыка Варфоломей посылал меня сюда на воскресную службу. И в моей памяти осталось следующее. Храм был переполнен как за божественной литургией, так и за вечерним богослужением и акафистом, верующими людьми. Я начала работу в храме при отце Леониде Потрахина. Он мне там предложил эту работу. Я не отказалась. До моего прихода уже возведены были стены,
на бытовой комплекс, но этот бытовой комплекс, он был рассчитан на воскресную школу. По обстоятельствам каким-то отец Леонид ушел оттуда, и приехал владыка Владимир с Ташкента и сказал, что вот привез двух диаконов, диакона Сергия, диакона Николая, и что этот бытовой комплекс будете перестраивать на мужской монастырь. Здесь будет мужской монастырь, и я вам помогу. Все были довольны отцем Леонидом. Он был очень внимательный, очень хорошо служил. Вот, все были довольны службой, его исповедью. Где вот сейчас находится наша библиотека, здесь вот этот был комплекс, как бы вот этот корпус, он еще был недостроен, он еще был как бы, ну, было здание одно полностью построено, а ни окон еще не было, ни дверей не было. Вот. Ну, было вот еще в таком состоянии, когда я вот сюда приехал, у нас привез владыка Владимир. Настоятели в то время менялись, был отец Леонид Патрахин, вот, а уже он сдал как бы свои полномочия уже игумену Елисею. Последние 20 лет, ну, это, можно сказать, была уже не жизнь храма, это жизнь монастыря. Устав монастыря, внутренний устав монастыря, у нас создан по уставу Киево-Печерской лавры. Распорядок в монастыре не строгий. Подъем у нас утром в 5:30 утра. В 6 утра у нас утреннее правило, которое начинается ежедневно молебном святому великомученику и победоносцу Георгию. Читаются утренние молитвы, читается полуночница, читаются три канона, положенные монашеские. И после сразу начинается чтение часов и божественной литургии. В 12 часов у нас обед. В 3 часа начинается вечернее богослужение. Так как город у нас очень длинный по своей протяженности, а храм находится в самом начале города, и вечером поздно, поздним вечером прихожанам очень тяжело добираться домой, поэтому богослужение начинается в 3 часа. После вечернего богослужения в 7 часов вечера у нас бывает ужин, после чего совершается вечернее правило, положенное монастырское. И уже до 10 часов у братьев есть время, которое они могут уделить чтению духовной литературы, чтению своего келейного правила, какими-то своими келейными делами. А свободное время у нас получается между богослужениями. Братья заняты послушаниями. Кто-то на кухне, кто-то на просворне, кто-то по территории занимается садоводческими какими-то делами, занимаясь хозяйственными делами, кто-то в свечной мастерской. Но распорядок дня построен таким образом, чтобы у братьев было время и помолиться, и почитать духовную литературу, и, конечно, потрудиться, потому что без труда в монастыре никак нельзя. Монастырь, конечно, у нас небольшой, много трудов несут братья этого монастыря. И отрадно, что есть очень много молодых послушников, которые имеют желание жить в монастыре, имеют желание принять монашество и жить монашеским образом жизни. И это дает нам надежду, что этот монастырь станет более крепким, сильным, то есть больше будет монахов, больше будет насельников. Хотя сейчас такая ситуация, что даже и некуда всех поселить, если появится желающих побольше. Сейчас есть такой план есть. Чтобы построить еще один корпус для того, чтобы можно было поместить наших насельников, кто желает поселиться в этом монастыре. Но пока вот такой небольшой монастырь с небольшим количеством монахов, которые посильно несут свое служение, несут свое послушание, там учатся смиряться, учатся нести послушание и достигать того совершенства, которое призван каждый человек, тем более насельник монастыря.
Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, благослови. При монастыре я 9-й месяц. Основное послушание у меня панамарство в алтаре. Вот, алтарник. Вот, второстепенно я помогаю на кухне, на хлебику, помогаю старшему кеварю, помощнику на кухне. Сейчас мы будем закладывать тесто в формочки и убирать на расстойку на 30 минут где-то, 30-20 минут. Мы завершили с вами закладку теста. Сейчас поставим его на расстойку на 20 минут. Она поднимется в теплом месте. Потом будем выпекать примерно час, полтора. При температуре 265 градусов. Постоянные прихожане наши, они, конечно, знают о существовании библиотеки. Вот. Когда они приходят, ну, многие новые прихожане приходят, как бы я их не знаю, мы знакомимся с ними, общаемся. Вот. И я всегда сразу спрашиваю, а что вы хотели бы почитать из духовной литературы? Вот. На какую там тему, там, аскетику, или либо житийную какую-то литературу, ну, богослужебную какую-нибудь. Ну, вот, люди всегда говорят, вы как бы дайте нам на свой вкус. Вот. А люди такие, которые еще только вот приходят, как бы из неофита, вот, новые такие вот, они начинают с таких книг, как вот книга архимандрита Тихона Шевкунова «Не святые, святые». Очень любят эту книгу. Эта книга у нас, ну, в принципе, я так могу сказать, не ошибиться даже, что прочитал весь монастырь, наш прихожане, вот как бы с радостью ее читает и всегда спрашивает, чуть ли не очередь на эту книгу. Я даже заказал там отцу Нектарию, говорю, батюшка, привезите нам хотя бы несколько экземпляров, чтобы мы могли большему количеству людей давать эту книгу. После этого вот они... После этой книги еще просят другие книги, вот, типа вот «Райских хуторов», там «Пасха красная» есть, вот такие, вот такая вот литература. Это вот люди такие, которые только вновь приходят. Но после этих книг они уже зачастую обращаются уже более к серьезной литературе. Братство у нас 4 года, я где-то 3-й год, наверное, да? Ну, 2 года уже как бы так, скажем так, основательно, что ли, или, как лучше сказать, осмысленно, наверное. Занимаюсь. Почему пришла? Да потому что самая проблема была алкогольная зависимость. Пришла в храм, Господь помог. Ну и как бы я понимала, что... Даже не то, что понимала, я задавала себе вопрос, когда пришла в храм и получила вот это исцеление, чудное исцеление, скажем так, потому что, переступив порог храма, я уже вот 4 года даже и мысли нет, да, то есть вот и исцелилась, как будто не болела этим. Вот, и я все время задавала вопрос, неужели это вот просто так? Ну, как бы вот я исцелилась, мне хочется кому-то помочь. Вот. Ну, ходила пока сюда в храм, не было какого-то такого, чтобы кому-то помогать. Видно, Господь ждал, пока немножечко укрепишься, все. А потом вдруг узнаю, что здесь есть братство трезвости. Вот. И решила пойти посмотреть, кто там и что там. Ну, сначала ходила, чисто так себе все равно тоже помогала. А потом начала по чуть-чуть, наверное, чувствовать силы, что ли, какие-то, что, ну, могу... Не то, что могу, а хочу показать людям вот этот путь исцеления, что он один-единственный, только через храм, только с помощью Бога, только через исповедь и причастие, только через покаяние. Вот. И хочется очень ребятам вот это донести именно. То есть это не я что-то делаю, а мне просто нужно показать им путь, чтобы они как-то поверили и вот нашли его. Ну вот своим примером, своей жизнью как-то... Не хочу бросать. Хочу, чтобы вот у нас все-таки разрасталось это, и помощь была. Ну, и очень хочется, чтобы люди понимали, потому что, ну, мы такие же люди, как и они, грешные, да, и у всех свои какие-то страсти. Нашу алкогольную страсть, конечно, видно. Ее все видят, этот порог, да. Но у людей-то есть другие скрытые страсти, и все мы, в принципе, одинаковые. И поэтому хочется, чтобы все мы друг к другу относились именно по-человечески, по-божески. В общем, радуюсь нашим успехам и не радуюсь нашим каким-то падениям. Вот, есть такая традиция у нас в монастыре. Батюшка каждому раздает по 2 просфоры маленьких. По 2 просфорки раздает прихожанам. После службы, когда все подходят к кресту, батюшка всем раздает просфорочки.
А по большим праздникам, по великим, до на десятым штук, ну, наверное, тысячи, даже больше. Ну, я уже не один, там батюшка дает мне еще помощников, там послушников или трудников, которые помогают. Вдвоем, втроем мы делаем послы. Кто-то читает псалтирь. Или бывает так, что что-нибудь напеваем с богослужебных служб. Вот. Гор могут быть только горы. В самом деле, вот уезжая в эти горы, уединяясь в эту природу, мы, вот это мой опыт личный, чем выше поднимаешься вверх, тем как бы становишься ближе к Богу. Хотя это так как-то вот нельзя напрямую связать с приближением к Богу, потому что это все заключается только в духовной жизни. Но здесь, поднимаясь выше и выше над вот той суетой мирской, меньше в голове остается разных мыслей. Голова освобождается, и чем выше поднимаешься вверх, тем как бы чище становятся твои мысли, чище становится какое-то мышление твое. И всегда, смотря, конечно, на гору Афон, на тот институт монашества, который имеет непрерывную историю многовековую, мы всегда, уезжая в эти горы, находясь в этих горах, мы всегда умом возносимся к Афону. Как там жили подвижники, как они там находились и сейчас живут, трудясь, молясь. Ведь лишены они там практически всех удобств, большей частью. Особенно в скитах, в кельях там где-то. И вот вспоминая их, приводя их всегда себе на память, у нас всегда есть очень большое желание основать также где-то здесь аскит. Здесь и какое-то уединенное место, где можно было, уехав от мирской суеты, уехав от каких-то вот проблем наших житейских, с которыми мы постоянно сталкиваемся, можно было уединиться с Богом в самом деле. В самом деле заняться именно тем духовным совершенствованием, к которому призвано монашество. Поэтому и посещая горы из раза в раз, мы имеем большую надежду на то, что вот в очередной раз, приехав в эти горы, мы сможем остаться здесь ночевой и не на один день, а на неделю, и даже больше, потому что будет то самое место, где мы сможем, как-то вот собравшись, несколько человек хотя бы вместе, предаться вот именно духовному какому-то созерцанию. Мы сейчас будем служить благодарственный молебен с братьями, благодарить Бога за то, что Господь не посылает нам все свои милости изо дня в день. В том числе и за эту поездку. Тоже своеобразная милость Божья, потому что вырваться в горы для нас это большое, большое счастье, большая милость Божья. Сейчас, на мой взгляд, служение монастырей заключается не в молитве, не в подвигах каких-то, которые, конечно, мы должны соблюдать как монахи, должны иметь какой-то вот образ монашеский, образ древних отцов, но большей частью, мне кажется, сейчас служение монастырей заключается в просветительской деятельности, в просвещении народа, потому что народ сейчас необразованный. Кроме того, что мы совершаем богослужение, кроме того, что мы молимся, мы занимаемся также и просветительской деятельностью, просвещая людей, объясняя, уча. У нас в монастыре проходят огласительные беседы, у нас в монастыре проходят есть воскресные школы для взрослых, для детей.
У нас есть видеолектории в монастыре, где люди могут, придя, посмотреть фильм православный. Есть большая библиотека, которая доступна для всех прихожан, которые приходят в нашу обитель. И большей частью, вот, конечно, вся наша деятельность заключается в просветительстве и в социальном служении. Кого-то мы кормим, кого-то одеваем, кому-то помогаем в лечении, смотря по необходимости человека. И через это служение, через социальное служение, через просветительство какое-то, вот это, которое мы несем, мы надеемся, что хоть в какой-то мере мы сможем восполнить тот недостаток нашей духовности или недостаток в исполнении устава, какой должен быть в монастырях. Потому что вот та любовь, которую мы пытаемся донести до людей, та любовь, о которой мы пытаемся людям рассказать, что Бог – это не что иное, как любовь. И мы надеемся, что за эту любовь Господь восполнит нам наш недостаток. Потому что, опять же скажу, что живя среди города, живя среди вот этой вот городской суеты, единственное спасение в монастырях – это может быть только через просветительское и социальное служение. Каждую нашу поездку в горы мы проводим не просто как время отдыха, а еще и с пользой. И вот мы сегодня приехали, должны посмотреть, насколько у нас поспевает шиповник. Вот, шиповник у нас очень такой хороший в этом году, в большом количестве. А вот это у нас дикий цикорий. У него полезны как вот эти вот его голубые цветочки, очень полезные, так и корневища. Они очень хорошо помогают при расстройствах кишечника и при сыпи у детей. Их нужно кипятить, детей в этом полоскать. Очень много трав нам дал Господь для того, чтобы мы этим пользовались. Если вот ежевика дикая растет, листья ежевики очень полезные для сердечной деятельности, очень полезные как противовоспалительные. Много нам дает Господь. Главное, правильно научиться всем этим пользоваться. Потому что эти милости, которые нам Господь дает через эту природу, они очень велики и неоценимы. И мало кто о них знает, потому что современная жизнь настолько вот человека затянула в эту рутину химии и всего прочего, что они забыли за то, что есть под ногами, что растет полезное, целебное, то, что благословлено Богом для пользы людям. Батюшка благословил мне изготовление чаев из лечебных трав. У нас в храме для прихожан имеется вот монастырский чай. Мы сами их изготовляем. Батюшка привозит травы, чаи, и мы все это смешиваем. В нашем храме на данный момент очень много святынь. И одно из самых главных святынь нашего монастыря – это чудотворная икона Божией Матери Экономиса, которая была написана на Афоне в 1896 году. В советское время неизвестно, в каком храме она находилась и что с ней было, но когда она попала ко мне, она была очень черная, закопченная. Даже в какой-то мере я думал, что она и закрашенная чем-то была. И когда я начал ее потихоньку отмывать, то увидел, что лик Божьей Матери очень такой четкий, икона такая яркая. Привез ее в этот храм, где она сейчас у нас находится, и от нее происходит очень много чудес. Люди прибегают к Божьей Матери с просьбами как в своих экономических проблемах, в решении семейных каких-то проблем. И Матерь Божия никому не отказывает в этой помощи. Она всегда помогает. И вот те дары, которые висят на иконе, это именно тот знак благодарности, который люди оказывают Божьей Матери за те благодеяния, которые она им оказала. Также в нашем храме есть очень много частиц мощей и древних святых, и русских святых, и современных новомучеников и исповедников, которые были переданы в наш монастырь митрополитом Ташкентским и среднеазиатским Владимиром. И все они располагаются в мощевиках в нашем храме. Люди могут всегда прийти, помолиться тем святым, которые им дороги, тем святым, которых они чтут. И одной из таких больших святынь – это частица мощей великомученика и победоносца Георгия, в честь которого освящен этот храм и эта обитель. С иконой Божьей Матери
экономиста связано очень много чудес, которые происходят и в жизни нашего монастыря, и в жизни людей, которые к ней обращаются. Конечно, одно из самых первых чудес, которое было в нашей обители, это в нашем монастыре закончилось масло, закончились продукты на складах. И ко мне пришел повар и стал просить, говорит, что батюшка, вот нет необходимых продуктов, чтобы сделать на завтра обед. Но и так как финансовое положение у нас было на тот момент тоже тяжелое, я его отправил к какой-нибудь Божьей Матери экономиста, сказал, что попроси, пусть Матерь Божия поможет, я надеюсь, она нам не откажет. И на следующий день, буквально с утра, пришли люди, которые принесли полные сетки всех необходимых продуктов. Это было одно из таких чудес. И когда наш монастырь посетила группа журналистов, которые приехали в город Черчик для того, чтобы снять какие-то свои необходимые репортажи, они зашли в наш храм, я им рассказал немного о нашем храме, о чудотворной иконе Божьей Матери, рассказав, в частности, об этом чуде небольшом, которое было в нашей жизни. Была такая сложность, скажем, экономическая в нашей компании. И Саша говорит, поехали. Поехали, надо верить в чудо. О том, что икона экономиса может творить какие-то чудеса, мы уже знали. Вот. И нам получилось так, что мы сами стали частью этого чуда. Вот. Может быть, оно маленькое, это чудо там, в общемировом масштабе, но тем не менее оно очень трогательное и забавное. Как получилось? Мы поехали в Черчикский храм и по дороге, как обычно, решили что-то купить. Вот, потому что мы знали, да, что сам монастырь каждое воскресенье делает, готовит обеды. И каждый желающий может прийти в воскресенье и пообедать. Вот, купили масло, 5 литров, большую такую бутылку. Приезжаем в храм, отдаем это масло на кухню. Отец Нектарий смеется и говорит, вы знаете, что сегодня утром произошло? Сегодня утром произошло так. Ко мне опять подходит повар, говорит, что масло в монастыре закончилось, необходимо закупить. Ну, я его опять отправил к какой-нибудь Божьей Матери, говоря, ты знаешь, теперь у кого нужно просить, обращайся. И он пошел, попросил Матерь Божию, а на утро приезжают вот эти вот журналисты и привозят масло. Наверное, в тот самый момент, когда помощник молился иконе, мы с Лолой покупали масло на базаре. Вот. И привезли это. Ну, может быть, оно маленькое это чудо, да, но оно вот свидетельствует о том, что очень быстро происходит нечто такое. То есть вот это все взаимосвязано. То есть где-то есть идея какая-то, да, она озвучена, и эта идея приходит уже к людям, да, которые согласно ей что-то делают, покупают. Вот. Ну, в общем, нам было приятно, что мы не купили ни сахар, ни конфеты, а купили именно масло, которого не хватало. Священный архимандрит нашей обители, митрополит Ташкентский, узбекистанский Викентий, это, конечно, вектор направления нашего какого-то вот служения, нашей какой-то жизни, потому что своим примером, своими делами, своими поступками он дает нам пример того, как должен совершать свое служение священник, как должен совершать свое служение монах. И все внимание митрополита Викентия направлено на то, чтобы жизнь в монастыре была полноценной во всех отношениях, чтобы братья совершали богослужение, чтобы шла в обязательном порядке молитва, чтобы дело просвещения, социальное служение в обязательном порядке совершалось независимо ни от чего. Своим примером, своим вниманием, которое он оказывает нашей обители, совершая здесь довольно частые богослужения, посещения, совершая постриги в нашей обители, он дает нам своеобразную поддержку, подпитку, потому что после каждого его приезда братья, ну и я, конечно, очень сильно как-то получаем заряд какой-то энергии, заряд какой-то бодрости, потому что, услышав его доброе слово, услышав его слово, живое слово наставление, мы независимо от
каких-то внешних наших обстоятельств начинаем тянуться к тому, чтобы не подвести своего настоятеля, быть ему помощниками, потому что, может быть, мы не помогаем ему как-то физически, но зная о том, что здесь совершается все по уставу, здесь совершается все правильно, здесь совершается все для народа, который сюда приходит, это для нашего митрополита, я думаю, большая поддержка и очень лучшая благодарность, которую мы можем оказать ему за его какое-то внимание к нам, к нашей обители. А в будущем, конечно, митрополит видит наш монастырь, не скажу, что, конечно, большой, но крепкий, твердый, который мог бы нести то самое слово истины, которое дал Христос своим ученикам, апостолам, чтобы они разнесли его по миру. И это слово истины должно совершаться не столько на словах, сколько на делах. Вот такой монастырь, когда действительно люди весь полностью отдают себе Богу, который полностью отдает Царству Божию, которые отрекаются от всего, от своей воли, от самого себя и живут ради Царства Небесного. Ведь монашество – это есть отречение от всего мирского, от всех утех и наслаждений земных и желание, чтобы через отречение от своей воли, отречение от всего мирского, получить тем самым большую славу, большую честь и большую награду в Царство Божие. Все внимание митрополита приковано именно к тому, чтобы братья монастыря имели несоответствующее духовное образование, чтобы священнослужители обители были тверды, крепки, непоколебимы, потому что все проповеди, которые он говорит, приезжая к нам сюда в обитель, они направлены именно на то, чтобы утвердить нас, укрепить все те беседы, которые он проводит с братьями, встречаясь. Во время этих поездок они направлены на то, чтобы братья твердо стояли до конца, непоколебимо, не поддаваясь искушениям. И это очень главное, когда очень для нас очень важно, потому что, слыша все это, мы во всем этом чувствуем ту самую поддержку, которая нам очень так необходима. У нас очень тесная связь у прихода с прихожанами, у монастыря с прихожанами. Прихожане и братья живут как бы одной большой семьей. Поэтому часто бывает, что мы бываем иногда в гостях у своих прихожан, нас приглашают, мы очень рады с ними встречаться, видеть. И вот одни из наших самых активных таких, то вот Зоя Михайловна, Александр, наши такие вот усердные, хорошие прихожане, которые приезжают к нам из села Таваксай. Находится под Газалкентом. А как вы оказались у нас первый раз в храме, помните? Да. Помним, батюшка, Бог мне. Ну, расскажите. Давай сейчас расскажем. Нет, ты же первый расскажешь. А я добавлять буду. Ну, давай, Саша, говори. Ну, мы сперва были прихожане в Газалкенте. Ну, дорога дальняя туда, это далеко идти, это, но у нас уже и ноги болят, уже и самые, ну, может, и лень, бог его знает, что там это самое. Ну, как-то мы собрались, поехали в Щерчи, по-моему, какой-то праздник был, да? Или просто так мы поехали? В кабачки приехали. Не знаю, какой-то был праздник или не праздник, мы поехали в Щерчи. Ну, мы раньше... Потому что наш ребенок Тихон там находился. И он неоднократно нас, конечно, приглашал. Ну и мы приехали. Нас очень там радушно встретили. И когда мы туда вошли, вот такое впечатление, что мы вошли в свой дом. И уже не хотелось уходить оттуда, с этого дома. Потом у нас началась стройка. Батюшка, я старалась чем-то своими неправильными, наверное, этими. Батюшка все равно мне поправлял и делал свое, но прислушивался немножко. И мы начали делать ремонт. Ремонт был грандиозный ремонт. Такой ремонт, думали, ну где же мы денег? Средств не хватало. Где-то каким-то путем мы их искали, находили. Ну, с Божьей помощью, конечно, это не мы. И приход был маленький, мы были в трапезной, маленький приход, и служба была в трапезной. И вот для меня всегда складывалось, думаю, боже мой, неужели у нас так, столько мало будет людей ходить в этот в храм? Ну, когда мы пришли, конечно, в храм ходило не очень много людей. Но наш батюшка,
Это как зрелый колос сейчас стал у нас. Серьезно. И вот без преувеличения можно сказать, что это, наверное, ну, от Бога, что он пришел к вере по Божьей воле и, наверное, по благословению или что такое. Но он, знаете, как может организовать вокруг себя буквально даже всех, даже которые не, даже не крещенных, крещенных, у него ко всему, ко всем имеется любовь такая. Не только она бывает у него и отцовская любовь, и материнская любовь, и забота какая-то такая, вот, знаете, неимоверная, даже не знаю, как ее передать, эту любовь. Ну вот сейчас в наш храм ходит больше, я всегда прихожу, батюшка и батюшка, сегодня было вот столько людей. Нет, вот столько. Храм сейчас наш расширился, людей хочет, очень много ходит. Но хотелось бы, конечно, уже начать ремонт. Уже купола хочется поставить. Да, работы еще, конечно, хотела, много. Да, и хотелось, чтобы наша семья такая дружная, очень дружная семья, она расширялась. И, знаете, была такая тесная связь между всеми этими прихожанами. Когда батюшка Нектарий пришел, люди стали ездить с Ташкента, с Кибрая, с Таваксая. И главное, постоянно. Вы понимаете, я с ними познакомилась, и они постоянно приезжают. Аура удивительная в монастыре. Я до сих пор запомнила, вот с тех пор не могу забыть вкус обеда, которым нас кормили. Это было все настолько простое, все постное. Макароны, наш вот этот национальный шакороб, салат, да, с помидорами, компот какой-то. Все настолько невероятно вкусно. Вот, и очень... Очень, очень доброжелательная атмосфера, очень такие гостеприимные. То есть двери всегда открыты в монастыре. Ну, здесь как-то вот приходишь в храм и не хочешь уходить. Здесь как-то вот спокойно, как благодать. Как... Мне здесь очень нравится. Сейчас намного... Больше стал приход, паства стала большая. Вот. И мы, в общем-то, как-то сплоченные, как-то относимся хорошо друг к другу. Вот. И все уже друг друга знаем. Вот. Батюшка Нектарий, ну, вообще замечательный человек. Вот. Он, в общем-то, и создал вот эту паству. Люди стали больше приходить. Вот. Он со всеми всегда, вернее, с ним всегда советуется. Народу очень много к нему подходит. Он иногда даже обедать не успевает, потому что ну, вот только с храма выйдет, и только отойдет кто-то от него, опять подошли к нему. И вот так вот очень долго. Вот. Но он еще никому не сказал нет. Если нужно поругать, он ругает. Ну, мягко. Вот. Если все хорошо, он улыбается. Он очень многим сейчас помогает. Очень многим. Вот. И старушек не забывает, навещает на большие праздники. Вот Пасха, когда у нас Рождество Христово, он навещает старушек и дедушек. Вот, и делает им приятное. Поют колядки у бабушек. Ну, в общем, у нас все очень хорошо сейчас. И вот это вот самое то, что мне вот очень нравится, да, как бы вот это вот, это именно совершение ночных богослужений. Мою бытность, то есть сколько я там бываю, что ни при одном наместнике не было ночных литургий. Вот отец Нектарий, вот, он вот как-то вот внедрил вот это вот именно братскую ночную литургию. Вот я, честно говоря, очень рад. Я один раз молились на ночной литургии. И я вот ощутил, знаете, вот такое веяние монашеской ночной службы. И это было очень отрадно. И только одно братье было. То есть без прихожан, без шума. И вот это вот веяние молитвы монашеское, оно, конечно, очень-очень-очень укрепляет. Потому что, вот, как говорят святые отцы, как огонь очищает железо от ржавчины, так и ночная молитва от грехов. И вот особенно самая божественная литургия, ночная, она очень хорошо укрепляет в этом плане. Я очень рад, что отец Нектарий, он
дает эту возможность вот общаться литургийно, в ночной литургии. Потому что братья все причащаются, братья все не задействованы в никаких послушаниях, там, ни на трапезные, ни на лавке. А все мирно, единым целым, единым сердцем, единой душой все молятся именно на литургии. Это очень отрадно и очень приятно. Место чувствуется намоленное, потому что когда ты приходишь сюда, только заступаешь за ворота, то ты попадаешь совершенно в другой мир. И ощущение того, что все те проблемы, все дрязги, и все неприятности, суета, стрессы, все это остается там, за воротами монастыря. И ты сюда заходишь совсем как будто заходишь в другой мир. И здесь всегда рады гостям, здесь всегда очень тепло принимают гостей. Это очень приятно, потому что есть семья, ну, у человека там, вот, ну, вот, обычная семья в миру, вот, а здесь вот есть какая-то духовная семья. И очень приятно, что здесь тепло принимают, и то, что можно всегда поговорить на какие-то темы, может быть, и житейские, с батюшкой всегда можно поговорить. Потом уже такая вот теплая домашняя атмосфера, батюшка у нас замечательный. Здесь все очень хорошие. То, что увеличиваются братья, это, конечно, очень радует, очень воодушевляет и, конечно, вот как-то вот заставляет себя самого, ты монах, должен в глазах их быть не просто монахом, но, наверное, скорее всего, земным ангелом и небесным человеком, потому что все-таки обеты, которые дает монашество, это добровольные обеты, которые человек сам на себя возлагает. То есть это он понимает, что он прекрасно, что он никто его не заставлял, никто его не принуждал. Вот это очень радует меня, что люди именно понимают смысл этих обещаний, этих обетов и самого образа жизни. На данный момент, слава Богу, монастырь процветает. Пусть небольшими темпами, но уверенно идет процветание монастыря. И я считаю, что это очень важно. Потому что во все времена, даже на Святой Руси, монастыри были центром духовной жизни. Монастыри были очень важны для людей, даже для мирян. Не только для тех, кто выбирал монашеский путь, не только для тех, кто считал себя человеком, приближенным к церкви, но даже для мирян. И вот этот монастырь выполняет роль в Средней Азии. И в нашей стране очень важную роль. Люди тянутся сюда. Люди знают и слышат, и видят, что и в нашей стране есть православие, в нашей стране есть христианство. Что можно прийти и получить какое-то духовное наставление. Да, можно даже просто прийти и посидеть здесь, и вы почувствуете ту атмосферу, даже, можно сказать, духовную атмосферу, которая вокруг монастыря, внутри монастыря. Это чувствуется многими людьми. С города, с других городов. Многие едут сюда, с других стран люди приезжают. И это ощущается на самом деле. Монастырь здесь должен быть, это мое мнение. И нужно всячески оказывать помощь для процветания, для развития, для того, чтобы он не закончил свое существование. Миссия монастырей всегда была то, чтобы люди, сами живущие в монастыре, спасались, и вокруг них спасались тысячи, как говорил преподобный Серафим Саровский. Поэтому эта миссия остается, чтобы показать пример такого устремления сердца к Царству Небесному, к вечной жизни, к обителям небесным, тому, чтобы жить для вечности, жить для достижения вечной жизни в этой временной жизни. То есть временной жизнью достигать вечности. Когда
митрополит Владимир меня прислал в этот монастырь в 2004 году. Я здесь и пожил какой-то месяц. И митрополит через месяц, встретив меня, спрашивает: «Ну что ты можешь сказать про этот монастырь?» Имея опыт, небольшой опыт монастырской жизни в России, я ему сказал, что ближайшие 10 лет там навряд ли что-то будет. Потому что становление монашеской жизни – это очень тяжелый процесс, особенно мужских монастырей. Митрополит Владимир тогда очень сильно обиделся и оскорбился, и сказал, что я очень много сил вложил в этот монастырь, и неужели 10 лет еще ждать каких-то плодов. Но, к сожалению, прошло с того времени уже эти 10 лет, и только сейчас мы видим те плоды, которые были посажены в 96 году митрополитом Владимиром. То есть 20 лет были всходы, 20 лет были побеги, и только сейчас появляются какие-то цветочки. Братья умножаются, совершаются постриги, совершается вот это вот монашеское служение здесь, в нашей обители. А что будет через 10 лет, через 15 лет, мы не знаем, это знает только Господь. Хотелось бы верить в то, что те плоды, те, вернее, семена, которые были посеяны здесь митрополитом Владимиром, те семена, которые сеются здесь митрополитом Викентием, они дальше будут давать все лучшие и лучшие всходы, дальше будут давать все лучшие и лучшие цветы и плоды того, что люди должны получать от монастырей, от тех монастырей, которые являются преемниками древних обителей, потому что древние монашеские обители, они несли людям свет. Хотелось бы верить, что этот свет будет светить также и здесь. Но не просто как маленькая свечка, а все ярче и ярче, конечно, приближаясь к тому свету, к тому солнцу правды, которое есть Христос Господь. Потому что каждый человек был создан по образу и по подобию Божию. И подобие Божие, вот это вот подобие должно светиться во всех христианах, а особенно в священнослужителях и в монашествующих. Мы вот верим в то, что Господь даст такое время, когда эта обитель разрастется и будет не велика братии, но именно велика теми добродетелями, теми примерами духовной жизни, которые могли бы очень многих привлекать ко спасению.